Всем привет! Хочу вам показать сегодня костюмчик. Костюм от компании Горизонт Текстиль. Называется «Медведь». Костюм зимний до минус 35 градусов. Взял себе его для прогулки с собакой зимой. Зимы сейчас у нас такие вот стали холодненькие. И, соответственно, для рыбалки, для какой-то поздней осени, для зимней рыбалки. Вот. Костюм простой, дешевый, но в то же время качественный. Давайте я вам сейчас его покажу поближе. Костюм состоит из двух частей. Куртка, значит, двухсторонняя молния. Довольно-таки широкая. Подкладка флис. На куртке 7 карманов. Два боковых нагрудных кармана. Они на молнии. Глубокие, очень удобные. В них можно положить документы, ключи, там, телефон. Два основных кармана, очень глубоких, больших. В них можно хранить перчатки, шапку и тому подобное. Они, значит, вот с такими клапанами, планками, которые на кнопках закрываются от попадания снега. Два, как говорится, вот эти вот еще боковые карманы, но я считаю, что они бесполезные. Карманы без всяких молний, без ничего. Положить сюда руки вроде бы как кладешь, но в то же время неудобно. То есть проще руки положить вот в эти карманы. И седьмой карман — это внутренний. Он всегда тепленький будет. Сюда можно положить, опять же, документы, там, телефон или что угодно. Он на молнии даже. Куртка имеет вот такой приятный на ощупь. Я не знаю, что это. Шерсть, не шерсть, синтетика, не синтетика. Но реально приятный на ощупь вот такой манжет, чтобы не поддувало и не попадало внутрь снег. То есть вот так это все выглядит. Мы ходим это вот так. Несколько раз он вшит сюда. Ну, короче, вот такой обыкновенный манжет. Приятный реально на ощупь. Значит, штаны у нас полукомбинезон. Сзади и спереди у нас утеплено на молнии. На улице холодно, сейчас побыстрее оденусь. Вот, тоже двухсторонняя молния. Комбинезон довольно-таки теплый. Хорошо защищает у нас и спину, и грудь. Также на штанах есть два кармана, но они без молнии, без липучек, без ничего. Но этого вполне достаточно. Телефон мой вот лежит там довольно-таки уютно и не вываливается оттуда. Ну, скажем так, продуманный, нормально сделанный. Кстати, если были бы, наверное, липучки, постоянно бы мешались бы эти липучки. Ну, рука бы цеплялась там и портился манжет у куртки там или чего-то еще. Внизу, значит, у нас есть молния для того, чтобы легко одеть на сапоги, скажем так, сверху. Также у штанов есть вот такие карманы для вставок. Сюда вставляется наколенник, чтобы можно было зимой встать на снег, на мокрый лед, и чтобы не промокло колено. Костюм сделан из 5000-й мембраны. На куртке, повторюсь, флисовая подкладка, довольно-таки приятная на тело, флисовый воротник, воротник-стоечка. Также у куртки сюда, значит, одевается, пристегивается капюшон, который, в принципе, мне, ну, не очень понравился. Мне удобнее одеть какую-то теплую шапку и застегнуть полностью воротничок-стоечку. Все сделано довольно-таки качественно, удобно. Реально в костюме находиться приятно, удобно. И он реально очень теплый. Сейчас у нас на улице где-то порядка минус 20 градусов. Уши реально мерзнут. Я его одел, штаны на голое тело. Под куртку поддел небольшую, ну типа, скажем, термушки. Такой как бы, ну теплая термуха зимняя. Вот. И мне реально, в принципе, жарковато. Вот стою, даже не двигаюсь, и жарко. Вот. Я думаю, что до минус 35 он вполне будет справляться. Костюм довольно-таки теплый.
по размеру, значит, заказывал я его тоже по интернету, и всегда вопрос, да, какой размер заказать, попадешь в размер, не попадешь в размер. Заказывали мы два костюма, один я себе заказал, костюм, кстати, называется «Медведь», не помню, говорил или нет, из-за того, что на спине у него книжка нарисован, видно, так его и назвали, костюм называется «Медведь», а жене я взял костюм «Венеры», вот. Костюмы взяли размер в размер. Те размеры обычно, которые мы берем, ну, скажем, в магазине, на рынке, меряя, там, которые нам подходят, да? То есть у меня, если рост 176, то я и взял себе 176 рост. Вот, 48-50, 76 рост. Все сидит прям вот, скажем, ну, по размеру, да, как вы видите. Плюс, значит, сюда можно поддеть еще флисовый костюм. Если реально будет холодно, то есть можно одеть хороший флисовый костюм, и тесно не будет, это я проверил. Спинка у куртки, что немаловажно, спинка у куртки сделана с удлинением. И как вы видите, сидит она аккуратненько, ровно и не топорщится, что вот реально очень приятно. Обычно как бы возьмешь какую-то куртку, там, да, оденешь, и она как-то там вот, топорщится, что-то отходит куда-то в сторону. Некрасиво. Этот костюм реально смотрится очень, ну, красиво и стильно. Костюм сделан довольно-таки удобно. Он позволяет делать разноплановые движения, скажем, на рыбалке, на прогулке с собакой. Он не сковывает нас. Прям вот все грамотно. Нареканий никаких нету. Швы у костюма сделаны тоже, в принципе, довольно-таки качественно. Конечно, бюджетно. Кое-где там, скажем, все-таки торчат ниточки. Ну, повторюсь, костюм бюджетный. Ценник у него до 5000 рублей. В районе 4500 рублей на сегодняшний день он стоит. Качественный. Качественно, аккуратно, красиво сделано. Ну, вот такой костюм, друзья мои, хотел вам показать. Почему, в принципе, почему решил его показать? Не делал особо никаких обзоров по костюм. Попросили ребята показать, не мог я, в принципе, как бы описать все это дело, да, я сказал, что, короче, приобрел себе костюм бюджетный, вот, это реально, ну, низкая цена на сегодняшний момент, 4500 рублей за такой, ну, скажем, теплый, удобный костюм, вот, сделан реально очень качественно, пользуюсь я ему уже, наверное, сколько, вот уже месяц. Вот, ребята попросили о нем рассказать, как рассказать, ну, письменно в группе ВК, я даже не знал. Ну, как бы сложно описать его, да, вот решил сделать такое короткое видео, может быть, кому-то будет полезно. Ссылку на костюмы оставлю внизу под видео в описании. Компания «Горизонт Текстиль».